тест на ВИЧ-статус за 20 минут. Я решила, раз есть такая возможность, тем более это мобильная, так пройти вот тест. Во всероссийской акции сегодня приняли участие десятки ангарчан. Ягодный сезон. Продукт ягода – это скоропортящийся, поэтому чем быстрее переработаете, тем лучше. Что выбрать – садовую или лесную и как не переплатить? Наводит порядок, строит дороги и даже возводит часовню. Местность у нас нормальная. Я вообще называю наше садоводство яичком. Дачники СНТ «Надежда-3» делают все, чтобы их садоводство стало образцовым. Обзор основных событий дня на телеканале «Актис» в студии Елена Токмина. Здравствуйте. Иркутская область снова вошла в число регионов с высокой заболеваемостью ВИЧ. По данным Росстата, с начала года по всей стране было выявлено более 20 тысяч новых случаев заболевания. При Ангаре количество инфицированных увеличилось почти на 1000 человек. Многие из них не предполагали о наличии болезни и узнали свой статус на анонимном тестировании. Одна из массовых акций областного центра профилактики ВИЧ проходила сегодня в Ангарске. Подробности у Марии Константиновой. Автомобиль с ярким логотипом быстро привлек внимание прохожих. Акция «Тест на ВИЧ» экспозиция организована в рамках федеральной программы здравоохранения по профилактике и лечению заболеваний. Такая экспресс-лаборатория на колесах проехала по многим городам нашего региона и на несколько часов заглянула в Ангарск. Я прибегаю к услугам косметических салонов, а так как я знаю, что в принципе можно там заразиться, как бы, я решила, раз есть такая возможность, тем более это мобильная, так пройти вот тест на ВИЧ. Анализ крови медики брали за считанные секунды, а вот результат можно было узнать уже через 20 минут. За достоверность экспресс-теста организаторы акции вполне уверены. А если у вас ВИЧ отрицательный статус, то вы просто получите лишнее подтверждение тому, что вы здоровы. Если же у вас вдруг будет ВИЧ положительный, то вы имеете возможность пройти лечение в Иркутском спеццентре и в спид-кабинетах по месту жительства. Все ангарчане, сдавшие тест, дождались назначенного времени и не знали свой ВИЧ-статус. 20 июля экспедиция будет работать в Иркутске. К другим темам. Установлена личность хозяйки, собака которой в воскресенье напала на 2-летнего мальчика в 12-м микрорайоне. По данным полиции, женщине 41 год, она проживает в 10-м микрорайоне, ведет асоциальный образ жизни и официально не трудоустроена. Оперативники опросили ее и отпустили домой. Агрессивную собаку также оставили владелице. Родители мальчика сообщили, что они могут рассчитывать только на административное наказание, да и то, если результаты судебно-медицинской экспертизы будут убедительными. В таком случае с хозяйки овчарки вычтут штраф до 4000 рублей. Обратиться за компенсацией семья может только через суд. К сожалению, к владельцам опасных животных российское законодательство весьма гуманно, а вот питомцы от человека защищены надежнее. За жестокое обращение к четвероногим могут даже лишить свободы. С сегодняшнего дня и по 20 июля в Иркутской области будут проходить массовые проверки водителей. Рейды коснутся и Ангарска. В поле зрения инспектора в первую очередь попадут автомобилисты, нарушающие правила безопасной перевозки детей, без удерживающих устройств и ремней. Штрафы за такое нарушение составляют 3000 рублей. Еще 1000 водитель заплатит, если не пристегнут он сам. Ангарская ГИБДД совершенствует систему регулирования автомобильного движения. На светофоре, расположенном на перекрестке улицы Социалистической и Ленинградского проспекта, появилась дополнительная стрелка. Как пояснили инспекторы, установленная секция поможет снизить аварийность. На данном участке произошло уже в этом году 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшим. В прошлом году на данном перекрестке ДТП погиб человек. Поэтому, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, во избежание, так скажем, ДТП, данная секция была и установлена. До конца недели здесь же установят соответствующий знак, а в будущем нанесут дорожную разметку на левый поворот. Истекли сроки уплаты НДФЛ. Теперь людям, просрочившим пошлину, придется доплатить на 20% больше. Кроме того, пени в размере 1/300 части начисляются за каждый день просрочки. Это касается граждан, которые в 2017 году выиграли в лотерею, получили дорогие подарки или продали недвижимость, находившуюся в собственности менее 3 лет. Узнать о начисленных налогах можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ИФНС. Ангарская территориальная избирательная комиссия открыла горячую линию для избирателей. Все вопросы по выборам депутатов Законодательного собрания Иркутской области можно задать по телефону 52 30 12.
По будням горячая линия работает с 9 утра до 7 вечера, по выходным с 9 до 4. День голосования 9 сентября. Получить консультацию можно с 8 утра до полуночи, а 10 с 9 до 18 часов. Ягодный сезон в самом разгаре. Рыночные прилавки пестрят разнообразием сортов и цен. Как выбрать самые вкусные и не переплатить, узнали наши корреспонденты. В этом году полезного лакомства в Мангалской клинике гораздо больше, чем в Мангалской клинике. Черничка, клубника лучше ехать на Мангалской разнообразие с ней дорог можно и подвинуть. Например, черепашка на Мангалской вся чистенькая, хорошая. Количество конкурентов и районы. Весна ягода, она если в траве, она бывает однобокая, то есть зеленоватая. И нужно выбирать ее посмелее, конечно. А хранить надо в прохладном месте. Но вообще продукт ягода – это скоропортящийся, поэтому чем быстрее переработаете, тем лучше. На рынке покупаем ягоду, храним в морозильной камере в контейнерах или в пакетах специальных для заморозки. И всю зиму кушаем замороженную ягоду, она очень вкусная. Лесную вот эту только покупаю. Аллергии у меня от нее нет. А от байкальской, вот этой крупной, у меня аллергия. Выставка «Любовные страсти пенсионеров» открылась в художественном центре. Экспозиция небольшая, всего 10 полотен. В своих работах автор отразил настроение людей пожилого возраста, которые не желают стареть. По словам художника, все образы взяты с реальных людей. Автор этой выставки Виктор Емельянович Фатеев. Кстати, хочу сказать, что это уже четвертая выставка персональная, с которой он выставляется именно в нашем художественном центре. Среди посетителей выставки были как почитатели творчества, так и те, кого заинтересовало неординарное название. Экспозиция будет работать до 14 августа. Эфир нашего канала продолжит рубрика «Садоводство с большой буквы». На сей раз наша съемочная группа и судейская команда одноименного конкурса заглянули в СНТ «Надежда-3». Гостей встречали румяными пирогами и свежим урожаем. Но не только этим дачники готовы удивить телезрителей. Чем именно, расскажем далее в программе. 6 лет назад сотрудникам ангарской швейной фабрики выделили 30 гектаров земли. Так на карте города появилась садоводство «Надежда-3». Сейчас в Таванске есть 250 участков. Многие дачники проживают здесь круглый год, а для остальных летний сезон – это долгожданное и любимое время. Местность у нас нормальная. Я вообще называю наше садоводство яичком. Вот. Центральная дорога, окружная дорога вокруг садоводства и все параллельные дороги по улицам. Субботники хорошо проходят, шутка с песней. Все делаем дружно. По два дня подряд даже субботники. Одни сегодня работают, завтра выходят. Вот так, суббота, воскресенье. Такая дружба заключается в истинном сплочении актива. Собственными силами садоводы установили автобусную остановку. На свои средства строят сторожку, которая сгорела в прошлом году. Улицы аккуратно пронумерованы, а местные виды природы захватывают дух. Горы, на которые можно смотреть бесконечно. Это далеко не единственное достопримечательность садоводства. Главная гордость – часовня имени Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, которую также строят сами дачники. В 2015 году заложили. Вот, настоятелем здесь Владимир Бурдин, отец Владимир. Вот, ну, вот силами прихожан, значит, по мере сил строим. Моя мама и моя жена мне помогают. Вот никто помогает. Ей помогают люди, которые здесь живут. Вера
верующие ждут 30 сентября. В этот день здесь пройдет богослужение. Вообще двери прихода открыты для всех. Всегда готов принять гостей садовод с большим стажем Альбина Шестакова. В августе она отметит свой 75-летний юбилей. По традиции многочисленные родные и верные друзья соберутся у именинницы на даче. Альбина Александровна не скрывает. Своим 10-соткам она дает много сил. Мы все удовольствие. Я сажу, и как растут, так и растут. Хотят расти, хотят нет. Все обычно приживается. Все растет, клубника растет. Да все растет. Всех угощаю потом. Заготовки делаю, всех угощаю. Несколько лет назад самостоятельно провели электроэнергию. Захотели собственную воду, вырыли две скважины. Задумались о качестве дорог, собрали средства, и уже сегодня к СНТ ведет ровная дорога. Все организационные вопросы быстро и качественно решают уже. Сейчас 18-й. У меня была хорошая школа на электромеханическом заводе. Я начальником участка работала как раз. И электрооборудование, и сантехники. Все мне это знакомо было. Поэтому как-то мне не так трудно. Работать не так трудно вот с этими со всеми вопросами. И если люди понимают и помогают, то значит еще легче будет. Поэтому я уже вот задержалась здесь столько лет. Такому дружному коллективу сейчас не хватает, пожалуй, только одного. Стать одним из лучших садовод в Анкаре. И в этом могут помочь только телезрители. Голосуйте за понравившийся сюжет на нашей странице. Кто сейчас, а также Таковы новости на сегодня. Далее в программе прогноз погоды. А у нас все. До встречи.